саженцев. Меня зовут Юрий Курский. Сейчас середина августа. Мы находимся в одном из московских ботанических садов. И мы заставили удивительное цветение цветоголовника западного. Это абсолютный раритет в нашей стране. Листья этого растения чем-то напоминают листья лавра. Они такие плотные, темно-зеленые, цветы, как лучики, как звездочки. Не знаю, с чем сравнить, я вот никаких аналогов не знаю. Такие оригинальные цветы есть только у этого растения. В данных условиях, то есть в условиях городской черты 4-й климатической зоны, растение выросло, как вы видите, небольшое, ну, порядка метра высоты. Тем не менее, оно достаточно разрослось. Помимо декоративности, это растение медоносное и обладает достаточно большим списком показаний, лекарственных показаний для этого растения, о которых сейчас нет смысла говорить, вы сами все это можете найти в интернете. Мы горячо рекомендуем вам разводить все редкие растения, в том числе цветоголовник западный. Всем спасибо, с вами была Биржа Саженцев.